В этом цехе Костромского завода «Рабочий металлист» собирают универсальные экскаваторы, известные по всей стране. Костромичи, так называют их попросту. Когда по стране разнеслось ставшее тревожным слово «Ташкент», на заводе решили, заказ пострадавшего города, 23 экскаватора, выполним досрочно. И то, что планировалось поставить за год, сделали за месяц. В далекий путь отправляются работяги-костромичи. Им работать на восстановлении Ташкента.